Вероника занимается у тренера нашего бойцовского клуба Руслана Бисимбаева в течение полугода. Она посещает тренировки всего лишь раз в неделю, ведь параллельно с этим Вероника учится на третьем курсе университета имени Плеханова. Учится на отлично, дамы и господа! И при этом работает в том же университете. Еще находит время посещать наши тренировки и добиваться отличных успехов. Ну что ж, а в синий угол ринга приглашается Елизавета Руденко! Елизавета занимается в течение всего лишь 2 месяцев. У менеджера нашего бойцовского клуба Бадрединова Максима. Елизавете совсем недавно, буквально на этой неделе, Елизавете исполнилось всего лишь 17 лет, дамы и господа. И помимо тренировок в нашем бойцовском клубе, Елизавета готовится к ЕГЭ, готовится к поступлению в ВУЗ. Что ж, дамы и господа, вы готовы поддерживать девушек? Это будет очень непросто! И первый раунд начался. Thank you.
И концовка раунда, дамы и господа. Время. Дамы и господа, регламент этого поединка. Три раунда по полторы минуты. И второй раунд начался. Thank you.
А теперь ждем официального подведения итогов поединка. Так, кто бы мог подумать, что такие бескомпромиссные бои у нас сегодня будут, дамы и господа. Очень сложное решение. Очень сложное решение, дамы и господа. В этом поединке раздельным решением судей очень равный бой был, но раздельным решением судей побеждает девушка. Так, дамы и господа, обе девушки большие молодцы. Обе показали...